Давайте начнем. Конечно, мы сегодня поговорим с вами о многом. Кое-что я вам буду, наверное, даже рисовать, потому что не все успела вам подготовить на слайдах. Но, тем не менее, мы с вами сегодня встретились для того, чтобы планировать свой рост. И сейчас у нас есть ряд инструментов, которые позволят нам это сделать как можно более эффективно. Ну, во-первых, мы все с вами собрались для того, чтобы расти, да? Расти хорошо и получать большие доходы. Соответственно, для того, чтобы эти доходы у нас получались, нужно обязательно спланировать. Равно как и дом строится, начиная с плана на бумаге, также наша деятельность, она строится, исходя из плана на бумаге. Этот план равняется количеству, состоит из количества групп, которые вы хотите в своем бизнесе развить. Возьми, пожалуйста, Денис, Людочка. Вот. Поэтому здесь вот вы видите карьерную лестницу Oriflame, вплоть до сапфирового директора. И мы с вами понимаем, что каждая долларовая премия, она примерно равна месячной зарплате, месячному доходу, который получает тот или иной директор. Сейчас у нас есть еще и замечательная квалификация на конференцию менеджеров. Есть какая? Красная или синяя? Красная или синяя. Вот. Поэтому... Красная или синяя? Давайте синяя. Так. Синяя. Почему да, не у мамы есть? Я извиняюсь, тут еще офисные дела, да, чуть-чуть работаем. А, вот. Поэтому, если интересует доход от 40 и выше, то это как раз к директорскому и золотой директорскому объему. Золотой директор получает около 60 тысяч в месяц. И как раз-таки вот об этом мы будем с вами говорить. Для того, чтобы быть золотым директором, важно запустить две ноги. И это уже конечный результат, да, когда у вас эти две группы становятся директором. Поэтому, смотрите, две группы важно заложить сейчас. И сейчас они закладываются в замечательной конференции менеджеров, которая... стартует буквально вот уже скоро. Она стартует буквально через недельку. Узнаем, где она будет. Вот, поэтому стартуем мы с вами на золото через менеджерскую конференцию. Для чего? Для того, чтобы увеличить свои доходы, для того, чтобы было свое жилье, своя машина, путешествия, премии и уровень жизни был, чтобы достойно. Это, для этого всего мы с вами, конечно же, и пишем свою историю Oriflame. И мы спрашиваем себя в первую очередь, да? Куда я иду? Что я хочу? И вот в этом пустом слайдике, пожалуйста, пропишите себе, можете глазками, можете ручкой, да, что вы хотите. Что вы хотите от этой жизни получить? Что вы продвигаете для этого? Что вы хотите сделать в том или ином случае, да, в своей жизни? Что можно получить, став директором Oriflame? Сейчас это конференции и много премий. Практически 500 000 рублей можно заработать для того, чтобы закрыть какие-то свои насущные вопросы. Для этого нужно в 14-м каталоге открыть звание золотого директора, то есть чтобы у вас уже два директора было. Сейчас 10-й, то есть за 4 каталога надо вырасти две директорские группы. Это сложно, но возможно, поэтому этот слайд, он с нами живет пока что. Мы помним, что у нас есть такой дедлайн, когда мы должны открыться. Но если даже у вас откроется просто звание директор, а это возможно на менеджерской конференции сделать, то премия в 50 тысяч рублей в любом случае будет ваша. Далее, для того, чтобы это все вырасти, нужно обязательно следить за показателями бизнеса. Те, у кого группы еще пока небольшие, следить полегче. Те, у кого группы побольше, то уже следить нужно, как бы слежка требует внимания. Поэтому учитесь пока на маленьких группах, чтобы на больших вам не было так страшно, что куда бежать, куда смотреть. Многие меня спрашивают, как я все успеваю.
Ну, я вот реально слежу за показателями, стараюсь, чтобы нам с вами было комфортно очень сотрудничать. Поэтому на конференцию попасть, в общем-то, просто, если вы наметили свою цель и ежедневно действуете для ее воплощения. Вот, смотрите, уровень золотого директора достижим, когда у нас есть две директорские команды по примерно 150 человек. То есть их надо набрать. Этот процесс называется рекрутирование. А в каждой команде высеивается 30-40 премьер-клубовцев, которые, в общем-то, составляют костяк группы, и около 70-80% объема делается именно этими людьми. Поэтому для того, чтобы у нас были с вами ключевые партнеры, мы сами прежде всего становимся ключевым партнером для себя самого, прежде всего. Потому что ваша команда, она начинается с вас. Это личный объем, да, 150 баллов, мы их делаем. Мы учимся, поэтому мы сегодня все на планерке. И третий момент – это приглашение людей, то есть рекрутирование, набор вот этих вот самых человечков, клиентов в наши директорские команды. Каждая директорская команда, она тоже не состоит из там, 5 человек и не выстраивается прям за сие мгновение. Поэтому у нас есть стратегия развития структуры, когда вы идете к директору на 3 веточках, но изначально вы развиваете базовую ветку, увидите, что она в определенный момент времени становится достаточно большой. Ну, схему построения вы можете найти у меня в планерках повыше, там в YouTube-канале можете посмотреть. Там была планерка по стратегии развития структуры. Как раз-таки, вот, когда мы по веточкам проходились, да, когда мы начинаем первую, когда вторую, когда третью. Этот слайд работает просто как напоминалка, что у нас такой вебинар есть. Вот. Поэтому, что мы делаем для того, чтобы достичь успеха в нашем бизнесе? Ну, во-первых, для новичков это решить поток с вопрос с потоком регистрации, то есть, чтобы были офлайн и онлайн регистрации, презентации каждый день. Менеджеры учимся, если вы уже менеджер, там мы учимся говорить самостоятельно и запускать новичков. Это важно. Рекрутировать и сопровождать. А есть определенная схема работы, которую я вам сегодня хотела показать. Вот она так выглядит. То есть, когда мы начинаем с человеком работать, мы его снабжаем скриптами, помогаем ему проводить презентации, регистрируем, вместе с ним проводим успешный старт и планируем уже результат с новым человеком. И делаем абсолютно то же самое. То есть наш бизнес, он очень цикличен. И как раз-таки для того, чтобы наполнять этот цикл людьми, нам важно понимать методы. Да? Методы работы – это теплый рынок и холодный рынок. У нас 2 метода – это как лодка с 2 веслами. Конечно же, самое эффективное – это теплый. Мы с вами разбираем, да, постоянно на планерках ту фишку, что 20% усилий дает 80% результата, а эти 20% усилий, как правило, мы сподвигаем себя сделать на теплом рынке. Вот серьезно, понаблюдайте за собой, вы поймете, что вот те 20% усилий, которые вы со скрипом делаем на теплом рынке, они потом вот нам приносят максимальное количество результатов. В теплом рынке мы обычно делаем встречи с наставниками, мы делаем милые звонки, да, собеседование, потом все равно встречи. И есть еще метода звонков без предупреждения. Также потом разговариваем с людьми, запускаем их на работу. В холодном рынке есть тоже 2 направления. Это через каталог мы знакомимся обязательно с людьми и берем телефон, а также прозваниваем на дисконт и включаем на бизнес через развитие и рост интернет-магазина. Эта методика работает тоже хорошо, она такая немножко полутеплая, потому что мы с ними разговариваем. Прежде чем регистрировать, они приходят в офис, кстати, очень такие адекватные. Вот сегодня у Ольги Сударева приходил новичок в офис, получал свой первый заказ. Мы с ней прям с удовольствием 30 минут, наверное, сидели, разговаривали, прям шикарно. Вот, какие фильтры проходит наш кандидат для того, чтобы стать нашим партнером? Кстати, если на каком-то из этапов какой-то партнер отваливается, это нормально. То есть просто так оно есть.
Кто-то не доходит даже до регистрации, до первого фильтра. Кто-то после вводного курса, да, как-то не готов что-то делать. Не делает активационный заказ. Кто-то делает активационный заказ, но на этом останавливается. Остается просто потребителем. А кто-то начинает обучение, но потом как бы до личной встречи не доходит. А кто-то приходит, но потом не запускается на рекрутинг. Кто-то запускается, но не посещает мероприятия, из-за этого затухает мотивация. Да, нужно обязательно ходить. Те, кто ходит, они... Это мы с вами такие вот молодцы, кто поддержит свою мотивацию в тонусе и понимает, что ну, реально нас особо никто нигде не ждет, поэтому для того, чтобы получать доходы, важно просто делать простые действия каждый день. И для этого у нас есть две программы, интенсив и программа турбороста, которых я сегодня вам хотела в слайдах показать, но, к сожалению, слайды делать не успела. Сейчас я возьму листочек, прям секундочку, пожалуйста, подождите. Табличка, да, вот такая. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22. А, баллы тоже вы все знаете. 150, 450, да, 900, 1800, 3, 5 и 7500. Это, конечно, не очень будет видно, но это не важно. У вас есть табличка, вы все ее должны, по крайней мере, знать. Для того, чтобы быстро расти, важно выполнять задачу по организации личного товарооборота. То есть личный заказ всегда 50-150 баллов должен обязательно быть. Почему? Сейчас я вам объясню. Много разговаривала сегодня, не успела даже попить. Смотрите, если у вас будет 50 баллов каждый партнер делать, вот у вас цепочка, предположим, из 7 партнеров, вот она, 7 партнеров, а каждый делает 50 баллов. Вот посмотрите, на какой уровень вы выйдете. Кто быстро умеет читать, на какой уровень выйдет человек, которого... В структуре он сам делает 50 баллов, и люди тоже. Люди тоже делают по 50 баллов. Принимаю в учет то, что у меня немножко запись тормозит, видимо, мне придется самой посчитать. Ох, Саша у нас самая первая сегодня. Спасибо, Саша. 350 баллов. Ну, судя по процентной табличке, он даже у нас до 6% не дошел. То есть получил он 6 своих процентов. Это программа интенсив. Я слайд обязательно вам в следующий раз сделаю, покажу. Все делают по 150 баллов, тогда нам нужно будет иметь 150 человек для того, чтобы набрать наши директорские 7500. То есть нам нужно иметь 50 человек, ой, 150 человек по 50 баллов, да, чтобы 7500 набрать. А есть программа Турборост. И важно понимать, что эти программы, они начинаются с нас. Представьте, что эти 7 человек сделали не по 50 баллов, а по 150. Посчитайте, пожалуйста, что будет в том случае, когда все сделали по 150 баллов. Да. Сашу, спасибо, 1050. То есть, смотрите, в одном случае это будет 350 баллов. 350 баллов. А в другом случае 1050. Вопрос. Что интереснее? Одно и то же количество людей. Разный заказ. Что получается? Получается, что, например, клубовцев выращивать выгоднее. И в программе Турборост это же самая формула.
в ней меняются местами баллы и люди, да? 150 баллов должны сделать всего 50 человек. И в этом случае уже получается 7500. Понимаете? И тогда по карьерной табличке, вот этой, да, нижней, это первая карьерная таблица в Oriflame, которая заканчивается на уровне 22%, и дальше мы уже растим директорские структуры. А в этом случае при программе Турборост очень быстро можно дойти до интересующих нас объемов. Конечно, если бы все было так прям просто и легко, все бы уже были директорами. А наш бизнес, он простой, но он не легкий. Ну или легкий, но не простой. То есть легко приглашать людей. Не просто рассказать им, зачем им нужно 150 баллов. Поэтому важно обучаться. Вот почему краеугольным камнем в нашем, на каждой нашей планерке идет обучение. То есть посещение планерок, посещение вебинаров, чтение книг. Потому что, когда вы складываете в свою голову нужную вам информацию, то есть вы читаете, когда вы читаете, вы наполняете себя, вы можете дать что-то интересное людям. А в наше время, при условии, что вы неинтересны, никто за вами не пойдет. Поэтому важно быть интересной личностью, быть в теме, участвовать в чатах, чтобы знать, что сказать своим людям. То есть важно и что, и как ты говоришь. Как ты говоришь, это все делается книгами, а вот что говорить, вы черпаете из обучения на планерках и в командных чатах. Поэтому важно быть активным партнером, личный заказ делать, но еще и обучаться и приглашать. Постоянно постить в чатах, быть активным командным чатовым игроком. И тогда вот этот процветание и успех, они не заставят себя долго ждать. У нас есть ряд интересных активностей, да, для наших партнеров. Это общеструктурный созвон, текущие вопросы мы решаем. Я его записываю, стараюсь вам выкладывать в Viber-группу, да, когда вас это интересует, вы, конечно же, это слушаете. Это планерка, как сегодня, да, вы выходите на обучение. Ну и также рекрутинг по Skype по договоренности. То есть я сама вообще рекрутирую, когда есть компания, я включаю еще и Skype, мы рекрутируем вместе. Также у нас есть вебинары. Для того, чтобы научиться говорить менеджеру, важно еще и научиться проводить вебинары. Это классная площадка для роста и развития лидерских качеств в структуре. Поэтому на август еще есть несколько мест. Приглашаем вас поучаствовать для того, чтобы вот эти все картинки, они стали реальностью. Совсем скоро будут еще картинки банкетов и мероприятий, которые в скором времени запестрят в чатах. Это будет сентябрь месяц. Меньше чем через месяц мы окажемся на конференции в Мадриде, абсолютно бесплатной. Вы знаете, уже прислали перелеты, уже скоро будет программа, уже готовы визы. И уже вот такое вот чемоданное покупательное настроение. Следите за сторисами, я там кое-что скоро выложу, покажу вам, что мы сегодня делали интересного. Вот, ну и вот эта вот жизнь золотого директора, она, конечно же, очень интересна и наполнена различными приятными событиями. Они все начинаются с маленьких шагов. Первый маленький шаг, это вот для вас, как для новичка, например, или как для человек, который только начинает свой бизнес в Oriflame, это сейчас к новичкам, да, обращение было, это, например, сумочку заработать. То есть вы, как лидеры, те, кто планерку слушает в онлайн, вы, естественно, уже автоматом эти сумочки зарабатываете. Зарабатываете и, в общем-то, идете дальше. Ой, Валентина, буковку не такую напечатала, прошу прощения. Козлова Валентина тоже заработала сумочку. Далее вы уже смотрите шире. Есть различные ряд акций, в которых вы можете участвовать не только. Это всегда с собой жаркое лето, да? Это премьер-клуб, это адреналин. Это лето без границ, когда можно пригласить своих знакомых и получить еще и классные вещи в подарок за свою работу. У нас есть уже люди, которые сумочки заработали. Это Лилия Соседова, Лена Киченко, Валентина Козлова. Это событие нашего
проект, это пикник, например, как который мы планируем на 11 августа, и уже многие прям реально ждут эту дату. Так. Этот слайд у меня не убрался. Время поджимает, нужно листать дальше слайды, да. Конверсия новичков, да, то есть как раз я сегодня об этом много говорила с новичками. У меня сегодня день новичков какой-то такой интересный получился. Бесплатная регистрация, да, важно проговаривать это новичкам, но не тушуемся, когда новички наши не делают заказы в течение этого времени. Есть еще 21 день, да, с того момента, как он зарегистрировался, для того, чтобы он получил свою парфюмерную воду, заработал шикарную сумку, подарок за первый шаг, еще и... А, сумку. Косметичку уже надо исправить. Вот, потом, в принципе, мы из потребителей продавцов выявляем ключевых партнеров, которые участвуют дальше в различных акциях. Сейчас последняя возможность, да, сделать адреналин, это сделать новый уровень в текущем каталоге, для того, чтобы подтвердиться и получить замечательные призы в виде денежек, да, в адреналин. Но эти условия важно уже, в общем-то, выполнять, да, вот этот вот отрыв к юшке 150 баллов для того, чтобы прорепетировать уже менеджерскую конференцию. Вы уже этот слайд все видели в чатах, я вам его не утерпела, скинула побыстрее, не стала ждать планерки. Это вот, девчонки, метод теплого рекрутирования сейчас. То есть всем задаете вопрос, вот все две недели, каждый день 2-10 раз задаете вопрос своему окружению. Как ты относишься к бесплатным путешествиям? У меня есть для тебя вариант. Давайте я позвоню моей знакомой, расскажет, что к чему. Все. Вот вам готовый метод рекрутирования теплых на путешествия. Причем, возможно такое, что люди попробуют только первый каталог, да, пройти квалификацию, или сейчас уже вы начнете готовиться после встречи и начнете с ними намечать тех людей, с которыми они могут стартовать на конференцию и пригласить первых уже сейчас. Ну, по сути, это уже будет хорошо, у вас уже будут люди, с которыми вы тоже проработаете на конференцию. То есть новички смогут загружаться, запускаться в эту программу еще энное количество каталогов. Я еще условий не знаю, поэтому не могу вам точнее сказать. Могу сказать одно, что эта конференция быстро пролетит. Да, минуты тянутся, часы идут, годы летят, вы это все прекрасно знаете. Обернитесь за свое плечико красивое, вы поймете, что полгода уже позади, и у нас уже осталось меньше половины года. Это время, которое летит, это плохо, конечно, всегда становится жаль того, что время так быстро пролетело. Но хорошая новость в том, что вы пилот своего времени, вы можете решить, куда это время направить. И есть те пилоты шикарные, которые направляют его на рекрутинг. А те, кто решили расти, поздравляем успешных рекрутеров нашего проекта. 3 рекрута у нас за неделю пришло и 12 стартеров. Классная конверсия. 80 баллов наши новички разместили. Вот эти шикарные девушки, которые отлично рекрутируют, приглашают и становятся успешными. Я вас всех очень поздравляю. Это Соседова Лилия, Ефимова Людмила, Сударева Ольга. Ну и я вместе с вами тоже стараюсь, догоняю вас и работаю над конверсией. Поэтому звонки – это темы. Из звонков появляются рекруты, а из рекрутов потом появляются партнеры. Важно помнить свою цель и выбирать вот на эти 3 часа самые эффективные действия. Помним, да, правило 20 на 80. Какой бы вы ни были уставший, час вы уделяете на саморазвитие. Это может быть вечер с книжкой или утром, если вы сможете встать раньше на час, и вы уделите его саморазвитию, но это обязательно. Ну и, конечно же, работа со структурой, это тоже очень важно. Миллионерами становятся те, кто умеет приумножать деньги и не тратить все свое время впустую. Выделяйте то время, которое вам позволит
вырываться вперед, тогда, когда все остальные жалуются на жизнь, это время для общения со структурой, на рекрутинг, для клиентов. Все это возможно найти в каждом графике, я уверена. Там для того, чтобы собрать директорскую команду, для того, чтобы у вас были активные партнеры, ключевые партнеры и регистрации, которые дадут вам повышение дохода однозначно. Все зависит прежде всего от того человека, которого вы видите в зеркале. Поэтому, насколько я быстро делаю объемы свои, да, насколько я качественно обучаюсь, насколько я на связи, зависит то, какая у меня будет команда. Большим результатом мы идем маленькими шагами. Маленькие шаги – это ежедневный рекрутинг. Ну и, конечно же, все акции, на которых мы с вами работаем сейчас, вы можете здесь посмотреть и вспомнить, где вы там еще не поучаствовали. Так, ну и самое приятное – это розыгрыш. Розыгрыш подарка сюрприза. Сюрприз остался дома. Мы его обязательно вам проанонсируем. Аплодисменты тем, кто стал лучшими на этой неделе. Сегодня еще успела у нас Ольга Сударева разместить заказ на 200 баллов. С вашего позволения я ее поставлю номером 6. Так, где мой телефон? Та-дам! Та-дам, та-дам, та-дам. Итак, давайте разыграем наш приз. Это будет что-то экстраординарное точно. Что вы выиграли, я вам не скажу, но то, что вы выиграли, скажу, да? Вот вообще. Ну, что значит бегом бежать из дома? Что даже вот плохо подготовилась сегодня к вашей встрече. Ну, я думаю, что вы меня простите. Мою такую подготовку. Зато я вам приготовила хорошие, качественные слайды. И я считаю, что это лучше всяких призов. А комплимент, конечно же, сегодня кто-то получит. До 6 делаю, потому что 6 номером у нас будет Ольга. Пока тут номер 3, я еще ничего не нажимала. Так, нажимаем. Вот так. 1. Людмила Федоровна, вы нас давно не побеждали. Я вас поздравляю. Напомните мне потом сказать вам, что вы выиграли. И сфотографировать вас обязательно, когда мы встретимся. Поздравляем Людмилу. Всех девчонок еще поздравляем. И Лилию, Валентину, Лену, Ольгу. Всех остальных ждем. Ждем в премьер-клубе. Вот, ну и акцентируемся, да, на что? Ну, 150 баллов, девчонки, важно делать. Конечно, понимаю, что сейчас такой интересный, да, период, когда у нас вопрос идет с wellness'ом. Успевайте быстренько заказать все, что есть на складе по wellness'у, а то, по-моему, это все кончится к концу каталога. Связано все это с сбоем допоставок из Европы, поэтому это не наша с вами вина. Компания этот вопрос решает, и в скором времени будет предложена какая-то альтернатива, я думаю. Вот. Потом делаем, да, рекрутов по команде за каталог. Стараемся 5 их сделать. 2-3 компаньона на чемодан находим, еще это время есть. И вообще свой чемодан закладываем. 4 лично приглашенных новичка, прошедших 4 шага стартовой программы. Саша, подвисает в смысле планерка, я уже заканчиваю. Вот. Рассказываем по структуре про новые акции. Ну и контактируем, конечно, и пишем либо в личку, либо в активчике то, что вы сделали, чтобы я понимала, какими вещами вы сегодня занимались. Вот, поэтому читаем книги. Угу. Попробуй перезагрузить сайт, иногда такое бывает. Вот, книгу «Магия утра» рекомендую всем, кто не прочитал. Я не понимаю, что вы читаете, потому что вы мне не отвечаете на этот вопрос. Поэтому я вам так понимаю, что вы ее еще не начинали читать, оставляю вам эту.
Ну, я могу много книг рекомендовать. Я уже вот прочитала Рэнди Гейджет, моя была 6-я книга, начала я 7-ю сейчас читать. Надеюсь, ее, точнее, планирую закончить ее в июле и уже начать следующую. Но вот эта книга меня прям реально перевернула. «Магия утра» мне очень нравится. Вообще от всей души советую ее почитать тем, кто ее не читал, и применить те навыки, которые там предлагаются нам применить. Потому что реально все зависит от нас, и все зависит от качества первого часа вашей жизни. Вот как вы встаете с утра, так вы день свой проживаете. Это самая главная мысль из этой книги, которую я вынесла и ее применяю в жизни. Вот. По запросам трудящейся планерка у меня заняла 30 минут. Спасибо, что посмотрели запись. И приходите в режим онлайн. Всем всего доброго.